Доброго времени суток, YouTube, уважаемая психологическая комьюнити, уважаемые наши контрагенты и маленькое пояснительное видео. Я вот не помню, уже сейчас записывал, нечто подобное не записывал, но повторюсь, повторение мать учения. Это видео для наших контрагентов. Обратите внимание, работники предприятия, которые проходят у нас психологические обследования, когда вы заходите на наш сайт под своим логином и паролем, предоставленным вашим предприятием конкретно для вас, вы попадаете в раздел номер 7. Он становится вам доступен, когда вы заходите под своим логином и паролем. И здесь открывается список предприятий, которые в текущий момент времени проходят у нас психофизиологические обследования, то есть текущие предприятия. Их тут очень много достаточно, но все очень легко и просто. Здесь вот есть такое пояснение. Красным оно выделено. Все контрагенты в данном разделе обследования размещены в алфавитном порядке. Соответственно, от А предприятия аналитик до А, Б, В, Г, Д, Е, Ё, Ж, З, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, Ц, до Я. Соответственно, если вы хотите найти свое предприятие в списке, вам просто надо вспомнить, с какой буквы начинается название вашего предприятия. Предположим, предприятие Изотоп, буква И. ОМК, буква О. Покровский рудник, О. Техноатом, Т. Соответственно, все предприятия находятся в алфавитном порядке. Таким образом, они легко и просто находятся в разделе номер 7 «Обследование». На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам!